Здравствуйте, с вами Милка. И это конкурс «Красотки перед шапки». И на этот раз у меня два участника. Но это не значит, что у меня два подписчика, просто остальные были заняты. Просто, короче, первый участник – это Айка. Вот ее фото. Второй – это Олеся, а точнее Джо и Джек. Так, у Айки фото непредсказуемое, очень красиво, кстати, мне понравилась особенно ее шляпка. Смотрим. Ой, и фото Джо. В смысле, да. Так, победитель находится в этом конверте. Так, победила к радости Айка. Но стойте, мне сообщили. Ну, Олеся, ты занимаешь не второе место, ты занимаешь практически первое, потому что красные волосы очень, кстати, украшают твою кису. И тебе поэтому в подарок шикарная черная шубка. Это платье носила Настя Каменских. Кстати, не только ты и твой кот, ой, не только Джо участвовала. Из-за Джека ты получаешь только первое место, потому что он как раб все время ходит за Джо и помогает ей. Я ненавижу его. Твои видео просто отпадные. Хочу предупредить, для Айки подарок, шикарная корона. Падайте на колени. Я даю тебе шикарную корону Pet Shop. Я не сказала, что Олеся проиграла. Она занимает почти первое место. Айка, ты молодец. Теперь ты сержант, то есть ты фельдмаршал моды и красоты. Олеся, так как ты занимаешь не второе место, а тоже первое, то ты становишься маршалом. И теперь ты отныне королева парней поцелуев. Молодчина. Ой. О. Ваши видео просто отпад. Особенно Олеси и Айки. Кстати, жду премьеру нового фильма. У всех. Кстати, хочу вам сказать. Завтра будет рубрика «Вопрос-ответ».
под этим комментарием ставьте свои вопросики. И хочу вам сказать, до свидания. О, и забыла вам сказать. Вечеринка. Вечеринка. И... вечеринка! До встречи!